BMX 2013, и перед вами новая модель 2014 года Supra. Это на самом деле может быть прорывная лодка для компании Supra, потому что эта лодка совершенно другого качества, и она по-другому смотрит. Вот. Все, много хрома, много железа, как любят американцы, и выносной путь управления магнитола здесь же находится. В салоне очень много мелких деталей, я думаю, что просто они хотели сделать покруче, но получилось как всегда. Салон несколько перегружен деталями, которые даже незаметно, да, как-то слишком-слишком много всего здесь сделано, слишком замороченные крои сидений. Вместо традиционной какой-то ступеньки здесь под задним кормовым сиденьем находится ящики мелочей для всяких, здесь удобно хранить всякие инструменты, и его поднимаешь, открывается доступ к трансмиссии. Давай тент у Супры отличный, он складывается и имеет мощные направляющие держатели и традиционные поворотные колонки Росвеловские, которые можно куда хочешь направлять. Система регулировки волны, рычаг управления находится слева от рулевого колеса, как у рулевого переключателя. И справа находится под рулевого переключателя система круиз-контроля. Очень удобно. Лодка должна послужить переломным моментом в судьбе компании Supra, потому что слишком долго они топчутся на одном месте, и это очень интересная перспективная разработка, которую, я думаю, что будет хорошо продаваться.